На несколько часов уютный читальный зал городской библиотеки имени Пушкина превратился в настоящий салон красоты. Над моделями колдовали феи-профессионалы в сфере парикмахерского искусства и макияжа. Блестели вспышки фотокамер, играла легкая, приятная музыка. Буквально на глазах сотрудники библиотеки перевоплощались в образы литературных героев различных эпох. Конечно, интересно перевоплощение, образ сам перевоплощение, как это может произойти. То есть с обычного человека сделать некий литературный персонаж. Весьма интересно. Я думаю, не только мне, но и зрителям, и вообще, как опыт. Ну, соответственно, опыт визажиста, парикмахеров тоже имеет место быть. Мой образ Маргарита из книги Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Образ Маргарита. Почему? Потому что, интересно, это моя любимая героиня, поэтому решила попробовать себя в этой роли. Идея воплотить в жизнь проект «Герой из книжных страниц» витала в стенах городской библиотеки давно. Цель, которую преследуют организаторы – привлечь современную молодежь к чтению, показать, насколько интересны персонажи разных лет, их характеры и увлечения. Основная задача, основная наша цель, конечно, в первую очередь, это привлечь наших молодых читателей, читательниц к литературе, потому что и театр, и библиотека невозможны без книги в принципе. И, возможно, кто-то из наших зрительниц, слушательниц, читательниц, когда увидит итоги этого проекта, захочет взять и перечитать, к примеру, там, какую-либо из этих книг. «Идиота» Достоевского, героиня у нас есть Настасья Филипповна, или, к примеру, «Собор Парижской Богоматери», замечательную «Смиральду» из этой книги. Активно поддержали проект специалисты в сфере красоты. По их мнению, это своеобразная революция в понимании сущности библиотеки, введение образа современного сотрудника учреждения такого типа. Такой проект лишний раз как бы даст еще и прочувствовать, собственно, и самим сотрудникам библиотеки, то, что они женщины, да, побывать в красивых платьях. Вот. И, конечно, будет здорово, если после этого сюда потянутся читательницы, да, и где-то можно будет, ну, обсудить какие-то дальнейшие проекты. Заведующая библиотеки, прекрасная женщина, великолепная, она легкая на подъем. И если читательницы найдут какой-то образ, если таких девчат будет несколько, можно этот проект повторить. Вот. А мы только это поддержим. Образы, которые в этой литературе мелькали, они же определяют характеры женские. Вот как бы попробовать себя в таком характере, это здорово. У нас сегодня должен был заключительный экзамен в группе парикмахеров 4-го разряда. Когда мы узнали про этот проект, мы отменили экзамен, и вся наша группа вместо экзамена пришла сюда работать. Принять участие в инициативе смогут и горожане. Во втором этапе проекта 10 счастливчиков смогут перевоплотиться в образы любимых литературных героев. Правила участия в розыгрыше размещены на официальном сайте Центральной городской библиотеки имени Пушкина.